Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас космический корабль, я буду сегодня за аниматроников, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Будем выживать, скорее всего, будете вы выживать, а я буду вас мочить, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю всех мочить. Все, уходите. Димас, давай к нам через бомбы. Вот я, вот. Я сейчас так сделаю, что ваши мины взорвутся, и вы тоже умрете. На. О чем я и говорил. Сами себя. Эй, жопа. А кто их взорвет? Взорвите там мины. Нет, никто не... Я не подпущу, это мои мины. А если я наступлю, взорвусь? Ого. Ага. Неплохо жахает. Так, ждем пацанов. Они идут. Так, пацаны, я сейчас знаете, кого возьму? Кто может вставать невидимый, чтобы делать засады на вас? Нет, блин, так ничего. О! Блин, такой. Взрыв. Бабка Гренни! Ой, прикольные звуки у нее очень. Ого, жахнула. Опа, опа, тут мины. Я вижу эти активированные мины. Бабка Гренни сегодня очень жжет. О. Я могу на стенах же шкериться теперь. Ну, давай. Замочил. Эй, ты чё костюм одел моего кента? А, жизнь так быстро тратится у меня почему-то. Вы какое-то мощное оружие, да, используете? Да. Так, я сюда. А что тут? А, в жопу дробашом. Есть. Блин, куда? Так. Отвали. Отвали. Так, кто еще? Давай. Ух, на бомбу напоролся. Молодец, кто это сделал. Красава, реально подловил меня. Куда делся, Дима? Да блин, говно увидел. Ты чё прыгаешь в воздухе? Так нельзя! А, вот так значит, да? Ну, иди сюда, Диман. Вот так иди вот. Иди сюда, такой. Я сзади тебя, Диман, сзади тебя. Не-не-не-не-не. А иди сюда, иди. Да я тебя за это убью. Ну, не могу замочить. Отлично. На. Ай-яй-яй. А, сам. Вот мои бомбы. Сундук меня замочил. Сейчас я улетаю, чтобы вы меня не видели. Где я шкерюсь. Так. Ой, мопа. Я увидел, Димас увидел. Так, отличненько. Так, кто у нас тут есть? Я спринтрапа взял, пацаны. Где ты, Дима? Я иду к вам. Ой. Надо другой режим включить. Ну, в главном зале. Я иду к вам. А, в главном зале. Давайте так, чтобы время не тратить. Мы тебя обманули. Ой-ой-ой. Я сучу на Фокси. Вы меня так не убьете, скорее всего, я вас поубиваю всех. Как, блин? Убил. Все? Засаду вам сделаю. Буду ждать, пока вы придете ко мне.
Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Чтобы они меня не видели. Отличненько. Палец, пошел, не увидел меня. Вылетело, ё-моё. Бонька не видит меня, отлично, пошли. Тимас, вылетел мой. Бывает в жизни огорчения. Сейчас зайду. Ну чё я бегаю как обосранный, надо другой режим включить. Эй! Да умри! Ай-яй-яй-яй-яй. Чё, говоришь, другого аниматроника взять? Да-да-да, давай. А чё, это жёсткий, да, сильно? Да-да-да, прям. Да. Я понял. Хорошо. Фокси! Взрывай мины, Папайрус. Ой-ой-ой, Папайрус мочит. Да отвалите вы от меня. Ха-ха, так бегает, как обосранный. Беги. Ай-яй-яй. А, ну и давай, иди сюда. Ого, вот это жесть, какие звуки он громкие издает. Не очень громко. Я психованный. У меня осталось 6000 жизней из 10. То есть вы уже много вынесли. Ай! Ого! Да нет, так не то, что вы так быстро вынесете меня. Ё-моё, а меня вынесли они. Это судьба твоя такая. Отлично. Я жду вас. Зашкерюсь, немножко отдохну. Так, давайте посмотрим, где они там. Димас, мне кажется, в одну хуйню где. Не-не-не. Ой, не убью. Метеопила, да не. Кстати, это сама опасная бензопила, она очень быстро жизни выносит. Надо валить отсюда. Они узнают, где я. Я убегаю. Ого, шары летят. Как будто корабль смерти. Я не понимаю, теперь выживаю или умираю? Блин, а мне не могу куда бежать. Ого. Они решили разбомбить всю карту. Так, бежим сюда. Тут где-то должны быть ступеньки наверх, их почему-то нету. За что меня? Это судьба. Так, что у нас тут? Ничего. О, я нашел чат. Так. Говорит, ступеньки наверх, да? Пацаны, все, я зашкерился. Я на первом этаже. Я наверху еще не поднимался. Сейчас поднимусь. Ой, надо валить, они меня увидели. Быстрее, Димка, беги. Он бегает как обосранный. Почему он так бегает медленно? Сейчас догонят. Ты не зашкерился, Ник? Не, я пытаюсь убежать. А, сзади догоняют. Отвалите от меня. Ну почему вы меня трогаете все? Уф, ай-яй-яй. Не-не-не-не. О, наконец-то. Я нашел наверх, как подниматься. Еще выше. Быстрее наверх. Такой звук издает, кажется, за мной бежит 1000 человек. Но они сзади. Так, сюда, быстрее. Опа, что тут? Блин, это тупик. Так, никого, за мной никто не идет. Ай, увидел. Беги, Димка, беги, быстрей. Я тебя нашел. Я не понимаю, кто за кем охотится. Вы за мной? Лифт не работает, говно. Работает, наконец-то. Ну нет, на лифте ничего. А тут лифт как обостранный есть. А, и все? Наверх. Где-то, кто-то сделался.
А! О, я лифт нашел. Ай-яй-яй-яй-яй. Я лифт нашел, ничего себе, дерьмо. Так, я буду обороняться. Кто когда зайдет, я буду мочить. Отлично, одного вынес. Давай, заходи, я тебя не боюсь. Ай, боюсь. Да так нечестно, это читерское оружие. Офигеть. Посмотрите, мы будем с пекарями. Можно пистолеты брать, только админские нельзя. Ай-яй-яй. Да вот у вас 7 человек против одного. 5 человек. Отлично, отлично. Прорываемся против вас сквозь оборону. Найти тебя, Дима. Я на третьем этаже, на самом высоком. Я убегаю. Я же там был. Далеко не убегаю. А что? Я же там был. Я не знаю, куда захваться. Есть! Нашел нычку. Отлично, стоим. Все, все, все. Так. Ой, так вообще меня никогда никто не найдет. Да где? Я на третьем этаже, на самом высоком здесь. Так я же на самом высоком. Не-не-не, значит ты не везде меня нашел, я тут прячусь, за углом стою. Реально? Да. Не может быть такого, ты что? Я выхожу на охоту к вам. Я вас слышу. Вот-вот я. Тогда дайте подойти и убить папайруса. Ну, иди сюда. Отлично. Куда полетел Димас? Я сваливаю. Ты что, испугал? Так, стоим, ждем. Ай, жлоб! Попадает! На, убил кента. Да ты, Димас, крыс. У меня 400 жизней осталось, совсем чуть-чуть. А, Димка, беги. Так, шкерься, шкерься тут. Вы не должны меня найти. А за что? Так, я на втором этаже. Что бы взять такого против... Вот это. Берите бензопилу. Рабашек против Дима. Слышно меня? Да-да-да. Я вам шум издаю, чтобы вы слышали, где я. Опа, слышу бензопилу. Я не могу тебя найти. Опа, слышу еще ближе. Опа, опа, папай разбежит. Так, 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 так. А, за меня легче? Говно, умри! На. Ладно, убили. Вдвоем зажали тебя. Убили вы сегодня аниматроников. И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!